22 года они разрешают экономические споры. Сегодня арбитражный суд отмечает очередную годовщину образования. Ежегодно высший экономический судебный орган рассматривает десятки сложных дел. С гордостью хочу отметить, что процесс повышения квалификации судей, хоть и не в таких объемах, которых мы хотели бы, но все-таки имеет место. Регулярно, практически ежегодно, двое судей арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики имеют возможность повышать свою квалификацию на курсах, которые организовываются и проводятся под эгидой Высшего арбитражного суда Российской Федерации. На торжественном собрании, посвященном годовщине образования арбитражного суда, присутствовал президент. Он отметил, что справедливое разрешение экономических споров играет важную роль в развитии государства. И для более эффективной работы судов в республике необходимо усовершенствование законодательства. В ближайшее время стоит задача как правительства, как Верховного Совета, как судейского сообщества усовершенствовать законодательные акты таким образом, чтобы двойного толкования было меньше, а у судебных органов власти было однозначное понимание действующих законодательных актов. По случаю праздника лучшие судьи и сотрудники аппарата арбитражного суда были отмечены медалями, грамотами и благодарственными письмами президента.